Общественное российское телевидение представляет фильм «Валерий Леонтьев. Обратная сторона». История взлета звезды Валерия Леонтьева началась с этой небольшой газетной статьи. В ней говорилось, что обладателем первой премии конкурса стал молодой певец Валерий Леонтьев. Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Продолжение истории 25 лет спустя. Лет назад чрезвычайно любопытно было выходить на каждую сценическую площадку. Что же будет? Каким будет зритель? Какой создастся атмосфера? Как сложится отношение между зрительным залом и мной, находящимся на сцене вот именно сегодня, завтра? А потом 20-25 лет назад, ведь все, что не происходило, было впервые. Первая запись на телевидении, первая запись на пластинку. Первое интервью, первые фотографы. Я уйду отсюда прочь. Кабаре, кабаре, подари мне эту ночь. Громче музыка играет, мир кабаре друзей встречает. Уже поймал меня в капкан, неувядающий кан-кан. Кричит веселая толпа, звенит гитара, пой труба. От звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. От звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. И вот по сравнению с теми временами четвертьвековой давности, сегодня вот этих свежих новых ощущений остается все меньше и меньше. О чем я, конечно, горько жалею. Был чахи, где жарится куда-то, вдруг застыл, задумался зеленый свет. Зеленый свет. Час прошел, но все горит зеленый. И никто не понял, что случилось с ним. Случилось с ним. Но почему, почему, почему тот светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизни влюбленный. В мелька людей, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, 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 там им светит. Все бегут, 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 там горит. В той толпе, как все бежал, я тоже. Путь открыт, но я к тебе всегда спешу. Всегда спешу. Я бежал, боясь тебя не встретить. Так хотел увидеть твое лицо. Твое лицо. Но почему, почему, почему тот светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизни влюбленный. В мелькане дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет пролился.
радуется. Все бегут, 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 а на свете. Все бегут, 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 а он горит. То восприятие мира, которое ты аккумулируешь в себе на протяжении какого-то времени, долгих лет, оно, конечно же, требует выплеска, оно, конечно же, требует того, чтобы выразить его как-то определенным способом, доступным мне, вот тем, каким я делаю. А с другой стороны, мне кажется, что это всего лишь профессия, от и до. И это всего лишь проявление профессии, профессиональная атрибутика, вот быть таким, какой я есть. И в пользу этого свидетельствуют такие вещи, например, на сцене я один человек, вне сцены совершенно другой. На сцене, как утверждают, это фонтан энергии, это фантом, это вечное движение, это темперамент, это пот, это энергетика. А в обстоятельствах, не касающихся сцены, это очень спокойный человек, наверное, даже скучный. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, катание цыганки, медовый пряник, завоздушный шарик. Это ярмарки краски, разноцветные краски, деревянные качели, расписные карусели. У каждого артиста, у каждого художника, писателя, одним словом, творца, обязательно существует круг людей, близких, не обязательно большой, может быть, маленький, очень узкий круг людей, которые не дают ему возможности оставаться одному никогда. И когда мы говорим об одиночестве, мы, наверное, имеем в виду какой-то некий особый эмоциональный фон, особое состояние души, не физическое одиночество, потому что у известного человека физического одиночества практически не существует. Наверное, Саша, как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем бы не со мною. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней ваш. Но вы вдвоем бы не со мною. Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем бы не со мною. И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем бы не со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной. А вот Венеция весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле вас. А я смотрю, смотрю на вас. Что касается меня, я вообще человек, который, прежде чем с кем-то в противовес своим ожиданиям. Поэтому за долгие годы, конечно же, были люди, которым с удовольствием открываешься, а потом обнаруживаешь, что этот человек того не стоил. Что наоборот, при виде его надо было бежать далеко-далеко, как можно дальше. Югославский солдат и английский матрос поджидали у моста быстроглазую швейку. Каждый думал моя, каждый нежность ей нес. И за ласковый взор, и за нежную шейку. И врагами присели они на скамейку. Югославский солдат и английский матрос.
каждый хочет любить. И солдат, и моряк, каждый хочет иметь. И невесту, и друга, каждый хочет любить. И солдат, и моряк, только дни тяжелы, только дни наши вьюга. Серб любил свой Дунай, англичанин давно ничего не любил, кроме трубки и виски. А девчонка не шла, становилось темно. Опустили к воде тучи саван свой низкий, и солдат посмотрел на матроса как близкий, словно другом тот был или знались давно. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга. Как раз на сцене я движим интуицией. И вот тогда и возникает состояние, а кто это придумал, кто заставил сделать тот или иной шаг, кто, что толкнуло на тебя воспроизвести ту или иную интонацию в голосе, то или иное настроение эмоциональное создать. Это называется интуицией, это называется проявлением каких-то глубинных пластов человеческого «я». Жди к одинокой луне облака. Возвращаются издалека, и я знаю, как долг их путь. Жди, и дождавшись, поймешь наконец, что зашло в приоткрытую дверь. Только танго разбитых сердец. Как сверкающий бал, только я небом не попал. Ты же знаешь, как я тебя ждал, как я тебя ждал. Когда я выхожу в зал, и когда он совершенно темный, когда это черная яма, ну, такие бывают условия освещения, я не вижу лиц, мне скучно. Мне чрезвычайно скучно работать, невозможно осуществлять какой-то посыл, я не знаю, для кого я это делаю. Кричать в темном чистом поле – это, поверьте мне, очень скучное занятие. Мне нужны глаза, мне нужны зрители, мне нужна публика. Он был ловок, силен и смешон, акробат и канатный плясун. И всю жизнь по канату он шел, длинный посох держа на весу. Стул поставил на тонкий канат, он садился и пил сладкий чай. Толпа начинала стонать, если ронял чашку невзначай. Смотрит и ждет упрямая толпа. Смейся, пляши, рискуй. Смотрит и ждет упрямая толпа. Меня часто любят, да, наверное, как каждого известного человека, приглашать на дни рождения, на свадьбы, на всевозможные вечеринки, веселые компании. Естественным образом ожидают меня того, что я оживлю.
оживлю, украшу, создам хорошее настроение, рассмешу, развеселю, одним словом, поработаю клоуном. И люди, как правило, разочаровываются и, может быть, даже удивляются, когда обнаруживают, что это далеко не так, что в компании я могу быть очень замкнутым, скучным человеком, который будет тихо сидеть в уголке и спокойно наблюдать за происходящим, за тем, что происходит вокруг, никак не участвуя в общем процессе веселья. Мы на пороге 21 века. Каким он будет для нас? Какими мы войдем в него? Вот и 20-й кончается век, и завершается этот забег. Кто-то сошел и остался лежать, кто-то еще продолжает бежать. Бьют в барабаны и в трубы трубят те, кто болеют еще за тебя. Вот и 20-й кончается век, и завершается этот забег. А в далеком далеке мячик плавает в реке. Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Тише, Танечка, не плачь. Мама купит новый мяч. Равные шансы бегун и беглец. Где он наш финиш, и он же конец. Что за награда нас ждет впереди? Кто проиграет, а кто победит? Но никому не дано это знать, и никому никого не догнать. Равные шансы, бегун и беглец. Где он наш финиш, и он же конец? Я менее всего пользуюсь цитатами и, совершая тот или иной поступок, менее всего думаю, что по этому поводу мог бы сказать или уже изрек какой-то великий философ или учитель, что сделано, то сделано, остается только раскаяние или чувство удовлетворения. Казанова! Двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова! Снова заводит меня танец ночного огня. Я одинокий бродяга любви Казанова. Вечный любовник и вечный злодей сердцеед. Но соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один Казанова. Я все-таки в большей степени считаю себя человеком положительным. Все-таки в большей степени считаю себя человеком положительным. Вот как-то не смешно. Нет, грешником себя я не считаю. Так, налет греха, это даже приятно, это интригует. В принципе, я думаю, что я неплохой, наверное, человек. Хотелось бы так считать. Во всяком случае, я стараюсь вести себя так, как будто я человек хороший. Я...
в небе обнаженная луна, тоски и одиночества полна. Как я, луна, свет на землю льется вечный лунный свет, и сотни лет в душе покоя нет. А свет лунный свет. Две стороны самокопания. Одна сторона – это возвеличивание собственной личности. Когда копаясь в себе, ты доходишь до того, что я потрясающий. Я замечательный, я единственный и неповторимый. И вторая опасная сторона – это уничтожение собственного эго, когда ты приходишь к мысли, что ты ничто и никто. Ты приходишь к мысли, что ты песчинка, совершенно незначительная, неинтересная, невнятная, никому не нужная, серая, серое существо. Все случилось странно, как в кино. Лос-Анджелес и полупустое казино. А потом горячий шепот непонятных слов. Мне продал тебя на ночь город ангелов. Знаешь, Анжела, не думал, не гадал, что превратится эта ночь в сумасшедший сериал. Пролетели две недели пролетели, как во сне, во сне. Еще не поздно сказать тебе прощай, давай допьем остывший чай, и ты меня не провожай. Еще немного, я не смогу уже уйти. Bye-bye, my baby, не грусти, ты только не грусти. Как физическое лицо Валерий Леонтьев начался со своего рождения в 1949 году в поселке Усть-Уса, в каком-то, бог его знает, роддоме, ни номера, ни имени которого я не знаю. Но меня преследует всю жизнь по жизни ощущение, что я появился очень и очень давно, что это не первая моя жизнь, не первый виток спирали, будучи на гастролях в Индии. Меня пытались погрузить в гипнотический транс. Одно из видений, которые меня посетили в этот момент, я видел себя человеком лежащим, я видел себя полностью, я видел себя сзади, с головы. Это была очень богатая кровать, по моим ощущениям, это было где-то в середине тысячелетия, 15-16 век, это был вельможа, очень богатый, уважаемый, почитаемый, очень лысый, который умирал и невнятно бормотал перед смертью какие-то вещи. Это все, что в этом гипнотическом состоянии удалось извлечь из моей так называемой памяти поколений. Вечерний звон
понимаю, людей самых разных профессий, вероисповеданий, которые тысячелетиями, из года в год, из века в век, босиком, обдирая локти и колени, ползли в эти горы. Для чего? Для того, чтобы познать себя, для того, чтобы познать вечность. Такой организм, как вечность. Вечность, вечность, которая, в принципе, наплевать на человека, которая наплевать на нас. Она существует или она не существует, мы этого даже не знаем. Мы придумали сами себе понятие вечность ради того, чтобы унизить себя, унизить человека. Унизить такую маленькую букашку-таракашку, которой отпущено 70 несчастных лет, которая каким-то корыстолюбивым разумом названа венцом творения. Венец творения, который до 30 лет набирается ума, а после 50 его теряет. Под влиянием того, что затухает гормональный фон, слабеет иммунная система, начинаются многочисленные болячки, недомогания, слабеет разум, слабеет дух, слабеет тело. Венец творения превращается в корм для червей. На Земле столько интересных сфер и точек приложения человеческих. На Земле столько интересных сфер и точек приложения человеческих усилий, что, имея в своем распоряжении 500-700 лет, наверное, можно было бы попробовать себя во многих и многих профессиях. Во многих и многих вещах. Не обязательно петь 700 лет. Можно повеситься, если выходить на сцену 500-700 лет. А вот стать конструктором принципиально новых, скажем, летательных аппаратов. Совершенно неисследованное океанское дно, которое поддается человечеству гораздо труднее, чем ближний космос. Возможность стать хирургом, возможность улучшать человеческую породу и природу, стать конструктором каких-то генетических систем, при помощи генетики улучшать человеческий род. Я думаю, что это бесконечно интересная сфера приложения человеческих усилий. В конце концов, есть такая традиционная стезя, как писательство. Я боюсь, что в этой жизни я так и не сумею описать все, что я увидел и услышал. Может быть, в следующий я бы смог это сделать. Хотел я все сломать, смеялся над собой и пробовал бежать от глаз твоих порой. Тебя не обмануть, но я опять грешил. Хотел исправить путь, что мне начертан был. Королева судьба, со свечой шлейф ошибок моих за тобой, королева судьба бесконечная. Мой королева судьба.
я твой раб и король, король. Даже если будет трудно, я вернусь весенним утром. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Облака в реке уснут, я вернусь дождем в июле. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Считай часов песочек, я вернусь осенней ночью. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Упадет снежинка с неба, я вернусь январским снегом. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Я прошу, не забывай. Thank you.